Приветствую всех подписчиков канала Уральская усадьба. Начинаем сегодня монтаж теплицы. Дачник. Трием. Разложились, разгрузились. Здесь будет стоять. Первую часть монтажа закончили, собрали брус, каркас и обшили торцы. Прикрутили двери и форточку в торце. Конек наверху. Сейчас будем обшивать стены, крышу и уголок по бокам. Двухстворчатая дверь здесь будет. Закончили монтаж теплицы дачник 3М. Дачник 3М крепыш. У него две арки 20 на 40 с трубы и одна в серединке 20 на 20. Но это отдельно. В двух словах, и теплицы, свалена теплица с профильной оцинкованной трубы 20 на 20, 20 на 40. Примерно порошковое покрытие коричневого цвета, цвет шоколад, вернее, по каталогу Урал. 8017. Фундамент теплицы брус 100 на 100, пропитанный антисептиком. Поликарбонат 4 мм 0,75 плотности. Новатра. Значит, с этого торца двухстворчатая дверь. Одна створка закрывается наверху. Вторая створочка закрывается. Все четко и надежно. По торцам стоит обрамление. Уголок 50 на 50. Также покрашен в цвет теплицы. Красиво, качественно защищает от воды, придает оригинальность внешности. Также стоят форточные блоки. Пары друг напротив друга. Соты поликарбоната защищены торцевым профилем, перфолентой. По всему периметру теплицы. Здесь стоит тоже уголочек по бокам. Значит, теплицы у нас стоят укосины для большей жесткости конструкции. По углам забиты колышки в землю, прикручены к брусу для большей устойчивости теплицы от ветра. Дальний торец форточка и форточный блок, на него установлены термоприводы с автоматическим проветриванием. Сейчас на улице прохладно, не закрыты, но на зиму их будем снимать, клиент будет снимать. Сейчас покажем, объясним, как это делается, и штоки нужно будет смазывать. Все сварочные соединения теплицы обвалены по кругу, что придает защиту от коррозии и надежность. Все двери устанавливаются на крючки от ветра. Ну все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх. Заказывайте металлоконструкции, они у нас очень классные.
Рекомендую всем. Все, всем пока.